Там пройти, ты что там, вот отсюда до остановки, кошмар, там 20 метров идти пешком, это очень далеко. Заставляет подняться там мертвого тебя и выполнять все упражнения, хочет этого или не хочет. Вот, я хочу весить 99 килограмм. Всем привет, меня зовут Алексей, я участник проекта «Сбросить лишнее 3». Мой вес сейчас на данный момент составляет ужасные большие цифры, но в принципе я толстым был всегда. Я, сколько себя помню, всегда был толстым с 1 по 11 класс в институте и так далее и тому подобное. Ну, настал такой один прекрасный день, когда блокнот 2 или 3 года назад запустил первый, я участник еще первого проекта «Сбросить лишнее». Я познакомился с изумительными людьми, с двумя Иванами. Это Иван, наш диетолог, который нас кормит. Сегодня сил нету. Это Изер, он там вот, вот с ними, он тот вот. Он вот такой суперовский тренер. Я, конечно, уже второй сезон, но сегодня был у одного из участников 30, сколько, 8 лет. Это жопа, это полная такая. Вот. Мы сдохли. Короче, в четверг некому будет прийти. Но если нас только принесут. На первом проекте я довольно-таки хорошо похудел. Ну, по своим семейным там жизненным обстоятельствам пришлось. Короче, запустил я это опять дело. Пришел, решил в этот раз выиграть этот конкурс, этот проект, полностью победить. Работали в Москве, да, мы ходили, я на работу ходил пешком, там, ну, 3 километра туда, 3 километра обратно, все, ну, а потом такси, там, машина, все дела, опять, там, сладенько, ну, и, короче, ну, надо все-таки возвращаться, худеть опять хочется, вот учитывая, что в этот раз у меня много, там, за меня болельщиков, я буду надеяться, что все будут голосовать за меня, чтобы я выиграл этот проект в этот раз. Нет, жрать не хочется, хочется тортика вот такого, ну, или вот такого тортика, и все, я Ване об этом писал, он говорит, ничего, пройдет. Вот, жаловался второму Ване, он сказал, говорит, ну похудеешь, я тебе сам, говорит, тортик куплю. Вот поэтому теперь надо похудеть, чтобы Ваня вот этот вот изверг мне тортик купил маленький, вот такой. Ну, буду стараться.